Вот даже так, наверное, меня будет слышно. Всем привет. Сейчас мы подключаемся. У меня совершенно новая система. Сегодня, как вы и просили, две вещи. Две. Первое. Сегодня наш стрим будет, во-первых, о арт-фотографии, то есть... Никакой коммерции, никаких продаж, никаких денег, никаких фотографов, которые там в кризис там ищут все заказы и так далее. Нет, сегодня арт-фотография. Это раз. Два. Мы сегодня вещаем Full HD. Поэтому будет очень интересно услышать, собственно, ваши вопросы по арту. И у меня сегодня гость, вы наверняка уже увидели в афишке, которую я вам показывал. Гость потрясающий, гость, который выигрывает все, что только можно и нельзя, всевозможные фотоконкурсы, который является, собственно, можно сказать, сейчас мы узнаем, да, точно, амбассадором 1x.com. Это потрясающий творческое сообщество, сайт. Я даже сам боюсь правильно это описать. Это Михаил Потапов. Михаил, привет. Сейчас я тебя... Привет, Андрей. Да, секунду прям выведу тебя в эфир, потому что тут вот как бы все непросто. Да, все, вывел. Тебя видно, слышно. Расскажи буквально пару слов о себе. Нас уже очень много людей смотрят, это очень здорово. Друзья, всем привет. Все ставите лайки, репосты делаете. Прям репосты, чтобы нас как можно больше людей смотрело. Наконец-то мы говорим чисто про творческую, про арт-фотографию. Все, Михаил, тебе слово. Я себя вижу. Так, ребята, привет. Я думаю, многие меня знают. Я правда себя вижу с задержкой на экране. Да, нормально, вот так, Андрей? Не, у тебя все идеально, ты просто... задержка, она из-за того, что это в трансляции. Я старался целый час настраивать. Я правда себя вижу с задержкой на экране. Пристойный вид, настроить звук. Мы с Андреем его настроили. Целый час готовились. Так, ну так, немного о себе. Мне 37 лет, я родился в Ростове-на-Дону. Я думаю, многие об этом знают. Сейчас нахожусь в Москве, уже полгода здесь живу. Сравниваю то время, когда я жил в Ростове, как счастливый человек. Потому что была возможность поехать... Заняться творчеством, скажем так, да? Выехать! Так, стоп, смотри, прошу прощения, у нас с тобой какое-то лютое эхо, говорят. Да? Вот. Так, звук печаль. Звук у нас печаль. Нужно разбираться. Сейчас. Михаил, а вы сейчас поговори, пожалуйста. И, ребят, напишите, раз, какой Михаил. Раз, два, три. Ну что, слышно меня? Говорят, что эхо от тебя. От меня? Слушай, а что это может быть? Так, ну мы микрофон на ноутбуке выключили, да? Вот. Эхо сильное? Говорят, что эхо от тебя. От меня? Слушай, а что это? Это может кого-то... Эхо нету, все нормально, продолжаем. Так, на чем я остановился? Вот, значит, полгода как живу в Москве, сейчас не занимаюсь творчеством вообще, на это нету времени, понимаешь. Но в целом это даже хорошо. Сейчас у меня перерыв, есть подумать, что я снял, как надо было это все переснять, как переделать, да, что снять новое. Вот. Ну давай там, задавай вопросы. Вопросы очень простые. Смотри, на самом деле, вот не все, далеко не все тебя знают, и на самом деле это очень здорово. Давай ты покажешь, хотя тебе, наверное, будет тяжело свои работы показывать, я, наверное, в окошке покажу, собственно, твои работы. Где лучше их открыть, твои работы? В принципе, ты знаешь, но ты можешь ВКонтакте посмотреть, да? В принципе, смотри ВКонтакте, но последние они все черно-белые. Вот. Лучше всего ВКонтакте смотри. Тебе будет доступно, ты увидишь. Да, смотри, пока я открываю ВКонтакте твои работы, скажи, пожалуйста, какие последние премии ты... Ну, не последние, конечно, да? Какие за
За ближайший месяц, за прошедший месяц премии в области фотографии ты взял? А, ну, за ближайший месяц это было вот 35 Awards, третье место, да. Я думаю, там, кто следил, они видели мою работу. Вот. С начала года последнее что? А, фотограф года на One Island, да. Выиграл призовой фонд $5000. Перевели быстро. Вот. До этого там всяких конкурсов куча, там, я даже не помню название, ты знаешь, сейчас вспоминать, что там, Париж Award, Будапешт Award, в общем, да куча всяких, знаешь, там разные, есть крутые, есть не очень. Так, ну смотри, есть крутые, есть не очень. Для большинства просто на самом деле вообще непонятно, неизвестно, что такое вообще крутые конкурсы, кто их выигрывает и как это вообще происходит. Смотри, я сейчас вот буквально уже через секунду выведу твои фотографии, но тебе прям... Ну давай, тогда будем их показывать, а ты будешь давай их немножко комментировать, наверное, правильно? Давай. Я еще с удовольствием покомментирую, как зритель, с обратной стороны, интересно. Ой, не то вывел, сори. Сейчас, вот, тебя вывожу. Ребята, у меня впервые, пока не читаю комментарии, ВКонтакте они выключены, очень скоро начну их читать. Сейчас самое главное начать свой... Ага, это мой второй десктоп, господи. Ну ладно, отлично, второй десктоп, это здорово. Значит, я на него сейчас буду выводить фотки, прям вот отдельным окном. Супер. Вот. Так, ты трансляцию как-то видишь? Я вижу тебя на телефоне. Все, смотри. Вот. Вот твоя трансляция. Вот сейчас должен быть у нас трансляция, собственно, твое фото. Вот, расскажи про него и про этот конкурс. Вот это будет прям супер круто. Так, вот это дуаналин, да. Слушай, ну это европейский конкурс, там, знаешь, со всего мира участвует Америка, Европа, в общем, немцы, финны, кого только нет. В принципе, он достаточно известный. Вот. Слушай, ну это европейский... Объявили, увидел, да, что можно поучаствовать. До этого там выигрывал в других, скажем так, категориях. Ну, как-то призовой фонд не забирал. Я здесь понял, что надо попробовать, потому что как-никак это годовой конкурс. Загрузил несколько работ. Конкурс платный, сразу предупреждаю. Там работа стоила порядка 60 или 70 долларов за работу. Такая дорогая. Вот, отправил несколько фотографий. Ситуация интересная была. Я сидел с ребятами, значит, в каком-то там ресторане в Москве. Вот, они приехали ко мне в гости с Ростова-на-Дону. И в подвале, бар «Разведка» называется, на Лубянке. Во, как сейчас вспомнил. Там плохой интернет. Ну и я смотрю, что мне пришло, значит, оповещение на почту. Вижу свою фотографию, вот эту, да? Вижу, скажем так, на титульный. Я начинаю понимать потихоньку что-то, что что-то я выиграл. Выхожу на улицу, а там, естественно, интернет хороший, смотрю, меня объявили победителем. Ну, как бы и все. Андрей, ты давай задавай вопрос какой-то еще, потому что... Андрей, от тебя все-таки, судя по всему, идет какое-то эхо, поэтому я просто сижу как раз разбираюсь именно с тем, чтобы не было эхо, но вот... Что на этой фотографии снято? Как ты ее снял? Ты вот расскажи, да, потому что раз мы с тобой общаемся именно на тему арт-фотографии, раз у нас так много зрителей, ну, им точно интересно, что же это вообще снято, и что ты имел в виду, когда ты снимал? Как это вообще было снято? Самое главное, этот кадр вообще не готовился. Значит, мы выехали, я взял модель, взял с собой, скажем так, напарника с фотоаппаратом. Вот. И мы поехали просто, ну, что-нибудь поснимать там, как всегда, что-нибудь отдохнуть, прокатиться по свежему воздуху, в общем, посмотреть. Я знал одно место классное, где есть, ну, животные там, коза, вот, козлята мелкие. Приехали туда, там был один козленок, именно козленок. Повезло то, что они как-то стали друг друга подавить.
и модель, и козленок, да? Они начали лезть друг к другу, начали там обниматься, чуть-чуть целоваться. Вот. В этот момент я работал, моя задача была снять какой-то интересный кадр. Вот. Я до конца еще как бы не знал, что буду снимать. Потому что мы приехали просто поснимать, просто что-то снять интересное. Свет был в этот момент хороший, закатный, то, что надо. Фокусная 135 мм. Вот. Ну и в целом он просто легко получился. Правда, я его выбрал там где-то из 200, понимаешь? Это было такое еще тоже. 200-300 кадров я снял помимо различных. Вот этот кадр выбрал, сразу понял, что он будет ЧБ, потому что трава пожухлая, модель, в общем, светом во всем, тайка забилая. Обработал, сделал, выложил. История проста. Ну как, смотри, вот, сейчас, ребята, сейчас я все в фотографию пытаюсь выкладывать, простите, вы сейчас увидели как раз все, что вижу я, все мои окна. Смотри, во-первых, у тебя точно, никакого звука не включено, там от тебя говорят, ребята, эхо, прям нереальное. Слушай, смотри, у меня включен телефон, вот, и все, больше никакого звука. Ну, по идее, не включено. Не должно. Может быть, у тебя на компьютере микрофон включен или еще что-то. Я не знаю. Да, что-то улавливает его. Вот, у нас уводит в эхо. Если я подальше вот так вот сяду, как слышно? Да нормально. Ладно, смотри. Окей, давай попробуем так. Я сейчас еще по ходу трансляции еще немножко подшаманю. Ты не готовился, получается, к этой фотографии? Или все-таки какая-то подготовка была? Смотри, у меня в целом построена как вся работа. Задача снять короткий промежуток времени, да, интересный кадр. Но это не всегда помогает, не всегда получается. Андрей куда-то ушел. Вот. Уезжаю модели и экспериментирую на месте. Вот. Но стреляет, скажем так, из 10 съемок, возможно, 2-3 кадра будут интересных. Это если повезет, понимаешь? Подобный кадр снят где-то из там 15-20 съемок. Когда ты выезжаешь, просто снимаешь просто девочку, просто где-то. Вот. И что-то подобное получается. Этот кадр я не видел заранее, как и, в принципе, большинство своих кадров, которые я снимаю, да, я их заранее, редко когда вижу. Что-то примерно в голове, что-то вертится, да, ты приезжаешь, ты понимаешь, что свет другой, да, что, в принципе, обстановка не та. Я снимаю не в студии, снимаю всегда на природе, всегда на свежем воздухе. Вот, иногда с просони, иногда в спешке. Вот так вот. Ты смотришь и думаешь, что его можно было снять, да? Ладно, давай к следующим фотографиям перейдем. Просто тут вот действительно у кого-то включен микрофон, у меня вот он точно выключен. Ребята, кто смотрит трансляцию, точно знают, что тут все действительно налажено. Действительно, сегодня пытаемся просто выйти на связь через технику уровня просто high-end, потому что так получилось, что у Михаила нету ни микрофона, ничего. Это единственный вариант, который был доступен нам сегодня, поэтому уж простите, да, если вдруг где-то что-то... Решили не переносить, в общем. Мы настроились, да? Настроились, да, сегодня привезти. Давай к следующей картинке. Тут вот про тебя. Давай до какой-нибудь твоей фотографии. Например, расскажи, что у тебя здесь клевого? Так, я прям по очереди листаю твои фотографии. Это вот оранжевый фон и тень, собственно. Так, я силуэт. Не вижу только сейчас. Что-то я не могу ее... Я вижу, ты что-то меняешь, переключаешь, задержка. А, вот это вот. Вот это, да? Это стрит. Я снимаю, там, скажем так, в разном формате, да, и на одном жанре не останавливаюсь. Прохожий, Ростов-на-Дону, закатный свет. Это, причем, я его не знаю, кто это. Он тоже фотограф, но парень шел, обернулся, да, удачно, скажем так. На свет. А я снимал в этот момент его. В принципе, кадр простой, ничего такого в нем оригинального нету. Ну, я называю это проходная фотография в большей степени. Окей, давай к следующему кадру.
который у тебя тут. Ну вот, например, шикарная картинка. Ну-ка, что там у меня шикарного, интересно. Я, видимо, с задержкой вижу, да, на экране. Ты видишь, да, с небольшой задержкой, но, но у тебя, соответственно, все как по порядку у тебя ВКонтакте выложено. Ну, я не помню, как у меня ВКонтакте выложено. Ну ладно. Вот это? Черно-белое, да? Да, конечно, конечно. Смотри. Я никуда не улетаю, да. Все по очереди. Смотри, значит, история этой фотографии. Это Сочи. Это ресторан на набережной. Вот, снято через пленку, поскольку это зима. Ну, чтобы не было холода, не было сыра, там открытый ресторан, но это был февраль. Вот. Я смотрю, мужик плывет вот на это, вот как это называется, я не знаю, каяка или что-то такое, да? Сделал несколько кадров, причем как бы не ждал, что что-то интересное. Снял, приехал, посмотрел, обработал. Не сильно. Вот. И в принципе, неплохой кадр получился, да. Но он ничего не выигрывал, по-моему. Или я его даже не отправлял никуда. Может быть, стоит отправить, знаешь. Ну, на самом деле, смотри, не выиграл кадр. У тебя шикарные фотографии, и удивительно. Просто вот, опять же, смотри, нас очень много новичков смотрят, и им действительно интересно, что ты делаешь для того, чтобы у тебя так получалось, да? Это не может быть так все просто, да? То есть вот у тебя все фотографии реально произведения искусства. Как ты к этому пришел? Ладно, расскажи давай, как ты вот пришел к такому моменту, когда ты снимаешь вот такие прикольные штуки? Давай, ты знаешь, я вот сегодня как раз думал, что я буду говорить. Я сейчас тебе расскажу, что я снимал изначально. Ну, это тихий ужас. Ребята, если бы вы видели мои фотографии, которые я снимал, это я даже показывать не хочу. Они у меня там где-то есть, да, в каких-то там закромах, где-то на дисках. Вот. Постепенно анализировал, постепенно кому-то ходил на мастер-классы. Немного, но слушал. Смотрел какую-то информацию, читал. Потихонечку понимал, что я начинаю снимать одно и то же. Начинал от этого страдать, да. Вот, старался как-то изменить. Но основная задача всегда была снимать оригинально, и чтобы фотография следующая, да, следующая, не была похожа, скажем так, на прошлую, да, на предыдущую. Почему, допустим, я всегда, не всегда, скажем так, я против портретов всего вот этого, потому что в основном они похожи. Я от этого начинаю очень сильно страдать, если мои работы будут повторяться прям сильно. Вот. Хотя в моем портфолио, скорее всего, есть работы, которые тоже пересекаются. Да, что-то, какие-то похожие мотивы, что-то со временем я там удаляю. Вот. Потихонечку. Ну, ты знаешь, это анализ в какой-то степени. Какое-то, возможно, копание там в себе, эксперименты, да. Вот. Отрицание каких-то стереотипов, вот, которые есть в фотографии. В общем, я старался делать все неправильно, не так, как все. Не по учебнику, не слушая никого, самое главное, не слушая никого, но прислушиваясь к критике какой-то, да, вот, всегда старался все делать по-своему. А основное это чувство, ты должен предчувствовать момент. Вот ты видишь, да, вот я сидел в ресторане, увидел вот этого товарища, который плыл на лодке, а у меня с собой был фотоаппарат. Я понял, что надо сделать несколько кадров, невзирая там ни на что, что может быть будет плохая картинка там и что-то не получится. Вот. Основной плюс, конечно, это наличие с собой компактной камеры. Вот что я хочу сказать. Та, которая, знаешь, там в кармане куртки помещается. Как только берешь с собой какой-то здоровый фотоаппарат, вот таких кадров становится значительно меньше. Тебе просто лень доставать фотоаппарат. А? А что у тебя за камера? Сейчас у меня Sony A9 9, да, вот, но на нее я снимаю, в принципе, всякую там постановочную фотографию, вот, а так у меня обычно там Sony без зеркалки мелкие, сейчас у меня на X5 мой лежит, вот этот кадр снят на Sony A6000 и обычный кит тоже, вот. В принципе, ничего такого крутого у меня никогда не было, но оптика более-менее нормальная, конечно, я стараюсь покупать вот хорошую оптику, а так, в принципе, пока то, что есть.
Давай перейдем к следующим твоим фотографиям. Секунду. Я прям мне кажется, тяжело очень с этим со звуком. Меня все выбивают. Ребята, которым, да, у которых эхо, но, наверное, все-таки сейчас наладилось. Поехали к следующим фотографиям. Сейчас я их нам выведу на экран. Вот они. Поехали. Что про этот кадр скажешь? Сейчас увижу, подожди. Я его еще пока не вижу. Так, это вижу, мужчина, как я пью что-то. А? Это мужчина, который машет руками. И весь такой размазанный. О, черно-белое? Да. Я понял. Слушай, ну это вообще такой кадр, ты знаешь. Я признаюсь честно, он был снят с бодуна. На левой ноге у меня был гипс. Ну это как бы предыстория, да? Это были майские праздники. По-моему, в том году мы поехали на море с ребятами. И благодаря тому, что со мной была модель, и не одна, и мужского пола, да? Решили поэкспериментировать, взяли тряпку. Ну, полотенце там, что-то такое, да? В этот момент был интересный свет закатный, он как бы бил сбоку. Вот. Ну, хотелось снять что-то подобное, да, но в любом случае этот кадр, он такой, знаешь, на везение, скажем так. Вот. В одном конкурсе он сейчас у меня участвует, арабском, с большим призовым фондом, но из-за коронавируса объявление, скажем так, церемонии отменили, так что, возможно, может быть, какая-то будет победа с этим кадром. Я назвал его Икар. Наверное, слышали, да, про Икара. Представляю. Вот, да. Причем мне помогли. Я долго думал, как его назвать. Мне подсказали, я сделал беседу, не беседу, а пост в Фейсбуке, пост ВКонтакте. Вот. И, в принципе, по-моему, двое человек мне они дали название. Я так посмотрел, слушай, действительно похоже, ты знаешь. У меня, ты понял, фотография снимается раньше, чем идея. И такое бывает. Да? Идея приходит потом, название. Ты рвешь сейчас все шаблоны, вообще, которые говорят профессиональные фотографы. Типа, готовьтесь к съемкам. Нет, к трансляциям у меня уже, да, наша история. Я не готовлюсь. Знаешь, я стараюсь... У меня подход, смотри какой. Исключить, в принципе, мозг, да, человеческий. Ну, как его исключить? Ты не знаешь, что ты должен прийти как бы безголовый. Ты создаешь условия, определенный свет, модель, одел, что-то там, да? И в процессе я уже смотрю и понимаю, что можно снять. Но я делаю так. Поэтому мои работы, в принципе, наверное, отличаются. Можно, конечно, готовить там кадр заранее. Но, скорее всего, он будет переснят с чего-то уже. Да? Или с какой-то картины. Или на что-то будет похож. Ну, в общем, мне этот подход не свойственен. Давай следующую фотографию. Ты пропал, Андрей, я не слышу тебя. Я звука не слышу. О, появился. Да, появился. Расскажи про вот эту фотографию, пока не обращай на меня внимания. Смотри, это тот же день, это тот же товарищ, но это снято раньше. Буквально на полчаса, возможно. Обычная доска ДСП. Вот. Там были еще кадры, но в целом мне пробил именно этот. Обычный эксперимент, знаешь, ничего не такого мы там не ждали, как бы уже в процессе выбора, в процессе обработки я увидел, скадрировал правильно чуть-чуть, понимаешь, он был чуть пошире, побольше. Но всем интересно, да, что там, да, или кто там. Вот. Но вот интересно, да. Да, давай еще пару фотографий, дальше у меня прям все, я уже готов не обращать внимания на звук, я думаю, у нас уже и наладилось все по звуку, и все-таки, вот, это уникальная ситуация, то есть, смотри, у тебя потрясающие фотографии,
Ты не паришься, ты выигрываешь конкурсы, и понятное дело, что сейчас, когда нас смотрят ребята, наверняка все такие, да что, так можно было, так вообще законно? Смотри, вот пока грузится следующая фотография, да, там какая вот она будет, сейчас ребята ее увидят, девушка на стуле в поле, вот, ты пока расскажи, вот как ты пришел к тому, что ты будешь снимать вот такой арт и вообще участвовать в конкурсах? Как так случилось? Слушай, ты знаешь, я что-то хотел в жизни поменять свои. Было скучно. Было это сколько? Лет 5-6 назад. Я думал, чем таким заняться. Потому что помимо спорта, да, ну, нужно какое-то развлечение. Просто там ходить в кино тоже, понимаешь, надоедает. Вначале я думал заняться гольфом. У нас там гольф-поле было. Вот, я проезжал, смотрел, уже думал, как я себе куплю клюшку. Но в один момент понял, что нет, стоп, надо что-то другое. У меня был фотоаппарат. Я, кстати, благодарен своему другу Алексею Самойлову. Он меня привел, как сейчас помню, в ростовский фотоклуб. Вот, и я пришел, и тогда была съемка какая-то там мужская. Мужской портрет был, вот, я запомнил. Я пришел, естественно, я ничего не понимал. Я вижу, куча людей с фотоаппаратами бегают, что-то снимают. И у меня был с собой вот этот мой. Что-то там поснимал. Что-то даже ВКонтакте выложил, в общем. Но в любом случае, до этого, как бы, знаешь, у меня... Мои фотографии было смотреть страшно. Я снимал то, что снимал, да. Вот как можно плохо снять, я еще хуже снимал, понимаешь? И птичек снимал, и людей снимал, но людей в меньшей степени. В один прекрасный момент, что меня задело... Что-то мне ребята стали говорить, иди снимай птичек, потому что у меня был большой, здоровый. Да, у меня он сейчас есть, большой объектив, значит. Я думаю, птичек, ну сейчас я вам людей наснимаю. Ну и начал экспериментировать с людьми, просто брать модели, просто выезжать, просто снимать. Вот так вот, без какой-либо подготовки. Но задача была снимать именно в короткий промежуток времени, ты понял, да? Вот попытаться сообразить. Потому что, в принципе, да, я снимаю в репортажном режиме. Что это значит? Ты увидел, почувствовал развитие момента, да, вот оно будет сейчас. У тебя с собой фотоаппарат. Главное, небольшая дура какая-то, понимаешь, потом ты за ней побежишь. Вот, ты достал и снял, и, в принципе, там, природа, атмосфера, случай. Можешь тебе подарить интересный кадр, помимо того, что там, да, ты снимать будешь какую-то девочку, которую привезешь в поле. Вот как сейчас эта фотография на стуле, да? Вот. Ну, собственно, давай сейчас к этой фотографии вернемся. Давайте я ее сейчас открою. Да, друзья, в чате я вижу какие-то странные комментарии. Смотрите, давайте я все-таки поясню. Во-первых, нас сейчас смотрят во всех социальных сетях, в огромном количестве пабликов. И то, что вы сейчас думаете, что где-то там 20 человек, нас сейчас, чтобы вы понимали, 680. Вот 680 человек нас смотрят в разных социальных сетях. И это, кстати, очень здорово. Поэтому вы не думайте, что если вы где-то в каком-то плеере, в каком-то окошке, в каком-то из пабликов, да, там, сидите в одиночестве, это совершенно не так. И вот нас смотрит YouTube, нас смотрит Instagram, нас смотрит Facebook, нас смотрят ВКонтакте, несколько групп пабликов, несколько чатов сидят, смотрят. Совместный просмотр, я смотрю, сейчас идет в Фейсбуке. Именно поэтому этим обусловлены некие вот такие технические особенности начала нашей трансляции, когда все было, ну, скажем так, может быть, не идеально, потому что хотели именно вот максимальный охват сделать, поэтому есть такая особенность. Если у вас сейчас будут, Михаил, какие-то вопросы, вы не стесняйтесь, пишите, мы все эти вопросы сразу же в чатах наших увидим. Вот, да, вот, собственно, YouTube подтверждает нам, что сидят, смотрят в большом количестве. Окей, давай вот, собственно, к девушке. Расскажи, что за эта фотография, как ты ее снял, что, почему, зачем, и какие конкурсы, может быть, она выиграла, где-нибудь поучаствовала. Потому что слушай, я сейчас не удивлюсь, сейчас находится... если она что-то выиграла. Она еще ничего, нет, что-то там выигрывала, ну какую-то медаль, но не сильно, знаешь, я это даже не помню. В одном, по-моему, Сиена Креатив Awards она сейчас участвует. Мне прислали, да, я недавно загрузил ее HD, это большой формат. Вот, а ее еще несколько фотографий.
Вот. А история кадра, в принципе, все повторяется. Вы не думайте, что что-то было по-другому. Значит, я первый раз работал с этой моделью. Я купил стул в Леруа Мерлене. Я понял, что нам нужен стул. Заранее знал, что это будет черно-белая фотография, поэтому я снимал днем при жестком свете. Это где-то, ну, где-то обед, где-то 2 часа дня, где-то 3. По-моему, или это или август, или сентябрь, вот точно не помню. Но помню, что свет был жесткий, был напарник со мной. Как-то сразу, знаешь, так увидел ретро-стиль, да? Причем она подготовила заранее сама. Я сказал, ты сделай что-нибудь. Она мне покидала фотки, что будет. Я сказал, нормально, хорошо, пойдет. Мы выехали. Глянул, понял, так, а что снимать? Я ж не знаю, что снимать опять, правильно? Начнем экспериментировать. И тут она сама потянула телефон. Ей кто-то позвонил, говорит, оп, стоп, давай. Будет с телефоном. Будет такой контраст у нас, да? Если убрать из руки телефон, то, в принципе, ты не скажешь, что это современное время, да? На этом как бы и построена идея, девушка в ретро-стиле, вот. Но в руках телефон. Намек на то, что, в принципе, женщина всегда остается женщиной. Окей. Как-то так. Да, смотри, пока грузится следующая фотография, кстати, шикарная. Расскажи, пожалуйста, а как ты находишь конкурсы, куда отправлять работы? Вот в какой-то же момент ты начал отправлять свои работы на конкурсы и выигрывать их. Как ты их находишь? Потому что половину из того, что ты мне сейчас называешь конкурсов, я в жизни не слышал. Слушай, да ты знаешь, их можно не называть, в принципе, как ты находишь. Ну, где? В Фейсбуке, в соцсетях, ты увидел там ребята... Ну, я их ребята называю, иностранцы. Я водички налил. Да, значит, конечно. Ну, давай, выложили, смотри, ты пока наливаешь водички. Бывает. Выложили пост, то они что-то выиграли, победили где-то. Я думаю, стоп. Ну, в принципе, я тоже могу поучаствовать. Там, ждешь год. А, возможно, кто-то что-то от кого-то слышал, понимаешь. Иногда ну, конкретнее, смотри, вот смотри, нас смотрят да. Конкретные люди, вот на ютубе склад моих подписчиков, по крайней мере, те, кто вот меня смотрит постоянно, это люди, которым нужен алгоритм, да, то есть дай что-то типа алгоритма, вот человек сделал какую-то работу, он действительно чувствует, что она сильная, и он хочет ей поделиться, что ему сделать, вот, чтобы поучаствовать так вот, ну, красиво. Слушай, ну ты знаешь, нужно уйти от шаблонов. В первую очередь. Так, ну от шаблонов он ушел. Все, вот, новичок, он ничего не знает. А вот, ты понимаешь, а как ему уйти? Он же должен понимать, что шаблона, что нет, правильно? Вспомнив себя, допустим, когда я был новичок. Я пришел, вот мне показали, я увидел, и я думал, что это классно поначалу, да? Просто потом я стал сомневаться, потому что мне, возможно, что-то у меня внутри, знаешь, там, во мне заговорило, мне стало скучно. Как это было? Вот у нас в Ростове мы снимали, я приходил в фотоклуб, у меня был фотоаппарат, я приходил, там девочка, на нее что-то намажут, да, накрасят, вот, выставят какой-то свет. При этом заранее кадр, в принципе, никто не знает, что будут снимать. И начинают все снимать одновременно, там, человек 20, понимаешь? Я на это все смотрел, думал, ну, как-то все однотипно получается. Нужно что-то делать другое, потому что по... В принципе, по картинке, да, повторяется все сильно очень. Если посмотреть даже паблик ВКонтакте, я уже не подожди, буду говорить. Подожди, смотри, тебя не туда понесло. Тебя тут совсем не туда понесло. Еще раз, давай переформулирую вопрос. Есть фотограф, который в какой-то момент понял, что ну, ему кто-то сказал, что твои работы интересные. Давай ты их будешь как-то где-то выставлять, показывать, на конкурсы пойдешь. Вот что ему делать? Вот какой алгоритм действий, чтобы найти те конкурсы, на которые можно отправить эту работу? И, может быть, у тебя есть какой-то совет, как ты определяешь, какой конкурс для какой работы подходит? Слушай, ну ты понимаешь, здесь я тебе скажу так, поначалу то, что я отправлял, я не везде выигрывал, поэтому это в большей степени методом тыка. Ты не везде можешь выиграть, в принципе. Есть конкурсы, где по априори побеждают другие работы совершенно. Там, взять какие-нибудь английские или американские конкурсы, да, там фотография отличается очень сильно. Здесь только методом тыка. Но я могу подсказать, но многие эти конкурсы знают, да,
попытаться поучаствовать. Тоже 35 минут, да, если они хотят поучаствовать. Но выиграть тоже будет сложно. Нужно что-то снять интересное, действительно. И опять же, должно повезти еще, понимаешь? Тут еще везение должно быть определенное, чтобы за твою работу проголосовали судьи, потому что сегодня у него одно настроение, завтра у него другое. Что-то ему не понравится, поэтому... Да-да. Не слышно, нет? Нет, все слышно, все хорошо. Слышно, да? Конкретного алгоритма только методом проб и ошибок. Вот. Ну, можно, в принципе, зайти на мою страницу, посмотреть, в каких конкурсах я побеждал, попытаться поучаствовать в них. Но если у вас есть там свободные деньги, сейчас, в принципе, ситуация в стране такая, что не знаю, у вас стоит ли. И вы должны понять, для чего вам это нужно, эти конкурсы вообще нужны. Нужны вам конкурсы или нет? Потому что просто побеждать в конкурсах мало. Ну, конечно, выиграть призовой фонд все хотят, да? В принципе. Это классно. Но вы должны понимать, что, скорее всего, призовой фонд заберет какой-нибудь репортажный фотограф с, там, с заживо горящим человеком. Понимаешь, такие фотографии обычно забирают. Даже в арт-фотографии, скажем так, в арт-конкурсах есть категория, да? И, скорее всего, там категория, скажем так, редакция заберет призовой фонд, потому что фотографии там совершенно иные. И это все, опять же, зависит от судей. Поэтому здесь методом проба ошибок все. Ну, то есть, подожди, у тебя вот, то есть, есть работа, ты ее видишь, и да. Ты ее отправляешь на все конкурсы сразу, или нет, конкретно выбираешь? Нет, я зайду, посмотрю, что до этого, какие работы выигрывали, да, на предыдущих конкурсах. Обычно это ж не первый год, да. Ты заходишь, смотришь номинации, что выбирают судьи. Но нужно учитывать, что в следующем году, скорее всего, судьи будут другие. Что, возможно, ты что-то поберешь похожее, да, но, опять же, не факт, что ты выиграешь. Ребят, это везение все. Тут конкретно сказать, что ты что-то выиграешь, сложно. Можно предположить, конечно, но сложно. Так, ну давай пару картинок еще посмотрим. Я пока попробую сформулировать так вопросы, чтобы ты все-таки ответил на них. Знаешь, какую-то конкретику дал ребятам, да? Да, ребят, конкретика, ты понимаешь, вот ты пойми, я делаю все неправильно изначально. Ты понял, да? У меня подход такой. Ну это я заметил. Не по учебнику, вот, не по учебнику. Не по учебнику, не по алфавиту, где-то, возможно, через одно место. Вот. Но это дает определенный результат. Также в конкурсах гарантии не будет, что ваши работы будут выигрывать. Конкуренция, тем более на международных конкурсах, да, конкуренция очень сильная. Если вы снимаете... Давай мы вернемся к этому вопросу чуть попозже. Давай. Расскажи про вот эту фотографию. Что, как, что, почему? Жду. Слушай, это, знаешь, это самый первый конкурс, который я выиграл. Первое место OneX. Я уже как англичанин стал говорить. 1X Photo Awards 2016. Значит, история фотографии Адыгея. У меня многие работы сняты в Адыгее. Это слева товарищ мой Сережа, справа знакомая, подруга. Там еще один человек был. Мы приехали отдохнуть. Утро, где-то 8 утра, свет бьет, солнце еще низко, да, пробивает сквозь окна. На окнах висят такие как бы жалюзи, создают такой свет полосатый. Вот. И я сидел, смотрел, кадр не готовился на самом деле. Просто ситуация была интересная. Я увидел, что Сережа сидит интересно, на него интересно смотрит Маргарита. И я понял, что нужно сделать кадр, но я посмотрел, увидел, ну классно, ну интересно. Как-то, знаешь, когда приехал в Ростов, обработал, посмотрел, да, понял, что он, конечно, он цепляет. И это, скорее всего, была моя первая фотография, которая отличалась от моих прежних. Вообще по подаче. Тут такой диалог интересный. Качество, конечно, ну, как тебе сказать, сфокусировалась камера на дальнем, скажем так, да, на заднике. Вот, тут уже ничего не сделаешь. Кадр был один. Вот. И, в принципе, после этой фотографии, после победы вот этой вот, да, на OneX, у меня начался старт.
принципе, это самый первый конкурс был, который больше всего я радовался. Даже когда выигрывал призовые фонды, как бы, или там деньги какие-то, я так сильно не радовался, как самому первому конкурсу. Вот. Наверное, вот именно с этой фотографии началось многое. Мне захотелось дальше, мне захотелось снимать, стимул, вот, появился стимул. Смотри, понимаешь? Тут вопрос, он сейчас появится, во-первых, на экране у тебя, вот, и во-вторых, во скольких примерно конкурсах из тех, в которых ты участвуешь, ты занимаешь призовые места? За какой период? Ну вот в этом году, например, вот ты с начала года отправил, ну или да, в прошлом нет, году, смотри, чтобы была статистика. Нет, смотри, если считать 2020 год, то, по-моему, всего два конкурса я выиграл, по-моему, да. Вот. А участвовал в скольких? А участвовал, слушай, да, участвовал я, ну, где-то в 5, скорее всего. Я не во всех выигрываю, вы не думайте, что я выигрываю в каждом конкурсе. Возможно, может быть, 3, я даже не помню. В 2019 году тоже было много, но я уже не анализирую, потому что ты где-то что-то выигрываешь, денег не выиграл и не запоминаешь, понимаешь? Ну, тебе дают там золотую медаль, ну, реально. Ладно, хорошо, смотри. Если ты выиграл, почет и уважение, как бы, ладно, хорошо, пост написал там ВКонтакте, я победил, молодец, там, или в Фейсбуке, тебя все поздравили, вот, на этом все закончилось. Смотри, следующий вопрос. Вот ты ловишь момент, не строишь картинку. Как потом отбираешь? Вот здесь самое главное. Вот здесь. Подлови. Вот здесь самое главное, понимаешь? Вот тут ты начинаешь включать голову, смотреть и анализировать. Да? Тебе задача выбрать именно кадр, который будет цеплять в первую очередь тебя. Вот. И если он цепляет меня, а меня мало что цепляет, в принципе, меня очень мало что цепляет. Если цепляет меня, то я уверен, что будет цеплять зрителя, общества. Да? Если меня не зацепило, то, скорее всего, ну, кому-то понравится, но кому того не стоит. Поэтому для меня очень важны именно переживания, которые кадр мне дарит. Вот. Поэтому что еще можно сказать? Отбор, наверное, это 90% то, чего, вот, на что я опираюсь. Да? Если посмотреть мое портфолио, за 5 лет у меня там что-то порядка 60 фотографий снято. При этом я снимал очень много съемок, но я бракую практически все. Здесь задача научиться браковать, признавать, что ты без руки, что ты ничего снять не можешь, но нужно стараться. И не опускаться, скажем так, ниже определенного уровня, да? Не считать, допустим, как обычно считают, то ты поехал поснимать, ты же выехал далеко, ты потратил время, ты там, возможно, притащил свет, ты нанял людей. Ну, и хрен с ним, что плохо сняли. Но мы же все участвовали, мы же что-то делали, мы потратили силы. Если кадра нету, в любом случае, вы ничего не сделали. Сколько бы вы сил не потратили, куда бы вы ни поехали, в горы, что бы там ни потащили, нету кадра, нужно признать, ты ничего не сделал. Вот это основное. Если этому научиться, да, ну это как бы, на самом деле, серьезный удар поначалу для себя это принимать, да. Ты начинаешь понимать, ну елки-палки, я ж старался-то, да. Я ж смотрел в маленький экранчик, ну классные ж кадры были, свет хороший. А потом ты смотришь на большом мониторе, понимаешь, что ты без руки. Вот, не буду говорить, как дальше. Качество основное такое необходимо. Так, ну смотри, скоро у тебя на экране появится картинка «Девушка, пляж с собакой, ветер». Вот. Это постановка, не постановка? Смотри, как развивалась, значит, ну конечно постановка, ну в каком плане? Мы приехали, это первая съемка как раз с Яной, кстати, очень хорошая модель. Вот, она с большим опытом. Мы приехали снимать, это Таганрогский залив, Павло-Очаковская коса. Ну, коса, я думаю, ты знаешь, что это такое, да? Да. Вот, значит, вообще не готовили кадр. Она оделась вот так вот. Я на нее посмотрел, я думаю, неужели сегодня будет фэшн? Ужас какой. Ну, надо же, понимаешь, в короткий промежуток времени что-то снять. Мы идем, навстречу идут две женщины. И у них собаки. Я, если подскажу, девчата, извините, вы свою собаку не дадите, буквально 5 минут.
мы поснимаем, потому что свет был классный. Ну, реально это все происходит именно вот, вот такая картинка родилась. Ну, это работа 5 минут. Вот. Просто свет, просто там всегда ветер в это время, в принципе, да? Собака, которая поняла, что нужно. Был второй пес, он там что-то куда-то лез, знаешь, с ним бы ничего не получилось. А этот, он стал четко, как бы, я сделал несколько кадров, я стою в воде по колено, возможно, даже по пояс. Вот. Раз, два, три, все, кадр готов. Ну, естественно, я его увидел, когда уже приехал домой, посмотрел, смотрю, классный свет, в принципе, да, там провалов сильных нету, классная тень от собаки, тут монтажа никакого нету, ничего нету. Вот, все. Угу. Ну, давай еще какой-нибудь кадрик посмотрим. Ну, вот, например, с девчонками. Это точно, однозначно постановка. Вот. Я даже не помню, что. Ну, сейчас он у тебя появится через несколько секунд. На экране трансляции увидишь. Вот. Друзья, пока у нас в Ростов улетают фотографии, хотя на самом деле Михаил здесь, в Москве, на самом деле, сейчас находится. Во, пока скажи, ты же вообще не в фотографии работаешь, да? То есть фотография — это чисто твое творчество, самовыражение. Да, знаешь, это как бы вот именно уйти от всяких там вот этой рутины, да? Переключиться, переключить голову. Ну, в Ростове у меня больше было времени, да, свободного. Поэтому я снимал больше в Ростове. В Москве, не знаю, получится ли у меня вообще этим заниматься. Ну, надеюсь, что получится, но чуть попозже. Вот. А так я никогда не работал в коммерции. В принципе, не планирую. Мне это не интересно. Работаю совершенно в другой сфере. Вот. Не связанная вообще никак с фотографией. Вот так вот. Понятно, тут вот про собаку пишут комментарии забавные. Смотри, сразу вот вопрос. Релизы подписываешь с моделями, когда на конкурсы отправляешь работы? Смотри, один релиз, который я подписывал, вот этот товарищ, который машет полотенцем, скажем так, да, для отправки на конкурс, там необходимо. А так нет. Все модели, с которыми я работаю, спокойно как бы. Но я не снимаю ничего пошлого, ничего такого, да, они абсолютно не против публикации. Они, более того, редко, когда я что-то опубликую, понимаешь? Поэтому в большей степени они рады, что я что-то опубликовал с ними. Значит, что-то получилось. Релизы я не подписываю вообще. Вот смотри, вот эта фотография, вот сейчас она уже у тебя точно на экране. Я вижу, да. У тебя, ну, то есть, какая-то была подготовка, девчонки никакой. Сами подготовились, ты им что-то вообще попросил, как-то обсуждали. Я не знаю, или ты выбираешь так, вообще, смотри, мы приехали, все то же самое, значит, вот девочка одна у нас из Сочи, вот, вторая из Ростова-на-Дону, мы приехали в Таганрог. Хотели что-то поснимать, но, знаешь, как всегда, всегда надеешься на себя, вот. Я увидел вот это интересное место, это дикий виноград, там, в принципе, свет. Взял в ресторане, нет, не в ресторане, взял в кафе, стул пошел, стул не наш. Обед, очень много людей с детьми, поэтому проблема была в том, что, ну, одна-то девочка у нас голая, понимаешь, да? Хотя, в принципе, фотография как бы не ню, но в любом случае много зрителей было. Достаточно, которые смотрели, знаешь, там, тебя проклянуть могли, там, чего угодно. Вот. Несколько кадров, несколько моментов, настройка камеры, в принципе. Я увидел, посмотрел картинку. Ну что, получится интересно, фактура интересная. Кто-то говорил, что нужно было сделать в свете, знаешь. Но я уже обленился настолько, что я уже не хочу в свете ничего делать. Мне проще в ЧБ. Мне так больше нравится. Все просто. Раз, два, три. Сняли, приехали в Ростов, обработали. Кадр готов. Так, я начинаю листать потихоньку дальше твоей работы. Давай. Скоро долистаем до какой-нибудь... Это у тебя все победы, у тебя все, эти как его... ты финалист. Во, шикарный кадр. По цветам, по всему сейчас он у тебя откроется. А пока вопрос, давай я его выведу на экран, тоже на секунду. Вопрос такой, коммерцией вообще не занимаешься, только творчество? Только творчество 100%. У меня один раз
один раз была, скажем так, коммерция, я снимал с Москвы один дизайнер, возможно, он увидит, да, я снимал для сайта, он попросил, чтобы я снял, говорит, снимешь только ты, для сайта психолога, по-моему. Я там что-то снимал, я называл ему сумму, в принципе, он приехал из Москвы в Ростов, мы что-то сняли, вот, в принципе, у меня этот кадр есть, можно его будет показать. А так нет, я, и то меня он уговорил почему-то, я согласился, не знаю почему, знаешь. Я сумму назвал фонаря, он согласился, думаю, ну ладно, хорошо как бы. А так как-то вот, если бы я фотографией занялся после института, да, скорее всего, коммерческой, был помоложе, то, возможно, может быть, я стал бы свадебным фотографом, да, и снимал там что-нибудь. Но не уверен, что тогда бы мои работы видели бы вот такие. Скорее всего, я бы утонул в рутине, да, вот в этой вот работе. Потому что посмотришь, как ребята работают, коммерческая фотография занимается, у них на творчество, в принципе, нету времени, да. Во-первых, оно надоедает, этот монитор, эта камера, да. И, соответственно, нужно еще ломать стереотипы, да. Скажем так, не люблю работать по шаблону, не люблю работать по ТЗ, по техническому заданию. У меня это... Я не могу. Угу. Как-то так. Понятно. Так, давай вернемся к, к твоим работам. Вот давай. Этот кадр, собственно, синее пальто, да, так я подозреваю. Оранжевый фон. Вот. Синее пальто. Что ты про него скажешь? Расскажешь. Если у тебя оно пока еще не вылезло, смотри, я могу тебе пока вопросов накидать. Первое, у тебя вот какое у тебя образование, спрашивают? Педагогическое. Педагогическая. Высшая. Вот. Так. Вот еще что-то вопрос отличный. Сейчас я выведу его, наверное, даже на весь экран. Вот так вот сделаем. Кто или что вообще вдохновляет на творчество? Какие-то фотографы, художники, произведения искусства? Вот ты что-то смотришь? Смотри. Вот это вообще достаточно интересный вопрос. По началу, когда я только начал заниматься этим всем, да? Я смотрел там различных фотографов, ну, все эти имена знают и фамилии зарубежные. Я даже их называть не буду, потому что они всех на слуху. Потом, спустя время, когда я увлекся, я понял, что, ну, как-то вот надо отличаться, да, что-то надо делать свое. Если вдохновляться чьи-то работы, смотрите, им вдохновляться, то, скорее всего, я буду повторять за ними, да, идти, я буду идти по их пути. Вот. Поэтому на данный момент я, в принципе, вообще никем не вдохновляюсь. Я смотрю на свои работы, смотрю, где какие косяки, как нужно было переделать, переснять. Все. Вот. Дарят они мне настроение или не дарят. Может быть, меня вдохновляют в большей степени фильмы, драмы. Вот. Обязательно русскоязычные. Наверное, в большей степени. Да, наверное. Но не живопись, не чья-то фотография, это точно. Угу. Ну, смотри, давай вернемся к работе. Вот она уже давно достаточно на экране, ты ее точно видишь. Да. Расскажи про такие кадры, да? У тебя достаточно их много, и они реально клевые. Как они рождаются? Значит, чтобы ты понимал, ничего не меняется. Вот как это было, да, это... Вот верни, ты... Второй вариант менее насыщенный, почему-то очень... Вот такой, да, ну ладно. Как она родилась, значит, мы приехали, у нас есть там в Ростовской области такое место, Петровка, там монастырь, туда обычно едут погулять в выходные дни. Опять же, со мной был Евгений модель, была еще одна девочка, фотограф, ну, в принципе, и модель тоже. Мы увидели бак, цистерну. Эта цистерна стоит просто на земле, в ней хранят мазут, ну, для тракторов, для вот этих всех, вот, как бы, да, ты понял. Mm-hmm. У нее такой цвет, как бы, ржавый, страшный, ужасный. Я увидел Евгения, я понял, что нужно снимать что-то без его головы. Голову придется убирать, голова здесь не нужна. Но была проблема именно как расположить, да, вот, близко, далеко относительно этого бака и относительно модели. Да, вот тут много кадров было, ближе, дальше, ближе, дальше.
Вот, а в целом я уже понимал, что будет. Вот, но буквально за час съемку мы вообще не готовили. Совершенно вообще были другие идеи, просто я увидел фактуру, да, я увидел вот эти цифры, я понял, что это будет интересно, в принципе, на этом можно как бы, ну, не зациклиться, ну, скажем так, завязаться немного, да, получится интересно. Немного добавил насыщенности, в принципе, кадр готов, все. Окей, поехали дальше к следующему. Еще пару фотографий давай посмотрим. Пока, собственно, они грузятся, сейчас давай я посмотрю в других социальных сетях, что у нас по комментариям. Нет, по комментариям пока не так много. Видимо, мы много на что ответили, много что рассказали. Окей, смотри, ну, наверное, уже прогрузилась фотография. Ты, наверное, уже ее, собственно, узнал, да? Это фотография на, видимо, то ли пирсе, пристани, не знаю, какая-то дорога такая, туман, и вот девушка уходит. Смотри. Опять же, фиг такую вообще ситуацию в жизни увидишь, фиг до такого доживешь. Как ты там оказался вот в такой объясняю, момент? Значит, это конец лета, по-моему, 18-го года или 17-го, 17-го, скорее всего. Это Адыгея, это туман в Адыгее, это мост. Причем те, кто были в Адыгее, те, кто ездили на Плато-Ваганаки, по этому мосту едут. Это небольшой мостик. Вот. В целом, я бы сказал, что это фотография клише. Знаешь, тут девочка по центру, вот эти к ней идущие линии. Сейчас бы, возможно, я такую фотографию не снимал бы, она мне уже была бы неинтересна. Ну, она классная, ну, по свету интересная, да, по атмосфере, да. Но вот от таких фотографий где-то года два я уже как бы пытаюсь уйти. Потому что если я буду снимать подобное, да, то, в принципе, весь контакт подобными кадрами заполнен. Не только контакты, много там различных групп, пабликов и сайтов. Что-то подобное. Поэтому, в принципе, это я еще учился. Вот, скажем так, хотя я и сейчас учусь, да. Но это я еще учился на втором классе. Сейчас я на пятом, а это был второй класс, ребята. Ну, вот так вот. А, понятно. Ну, смотри, ты вот, так, вот скромность, на самом деле, талантливых людей, она просто иногда поражает, потому что работы потрясающие все, и неудивительно, что они выигрывают. Просто как ты оказываешься в таких ситуациях, да, вот что этот мост? Слушай, смотри, вот сейчас в большей степени таких ситуаций меньше, ты знаешь. Возможно, вот это вот говорят про это слово, я его не люблю, насмотренность там, да, и все остальное, оно очень сильно на тебя начинает влиять, в каком плане. Ты уже думаешь, а стоит ли это снимать? Уже что-то подобное было, да, ты начинаешь лениться. Хорошо поначалу на энтузиазме снимать много, да, пробовать. Не обязательно получится, не ждите там результата. Задача снимать, пробовать, смотреть, выбирать, учиться выбирать хорошие, конечно, хорошие фотографии. Но тут сложно выбирать. Все. И все. Ну вот про этот кадр расскажи. Слушай, это у нас есть такое место в Ростовской области, Миржаново, все его знают. Там у нас снимали фильм «Маяк». И это построили декорации к фильму. До вот этих декораций, кстати, место было неплохое, там часто были съемки, там постоянно приезжают на выходные свадебные фотографы. Вот, это такие холмы возле залива, скажем. Свет жесткий, девочка в платье, дул такой ветер, как бы, но не сильный. В общем, мы приехали, я понял, что, опять же, эксперимент, что-то будем снимать. Я ей сказал, подойди поближе, потому что я увидел, что падает тень. Вот, поснимали несколько кадров, поснимали с другой стороны, с этой стороны. В итоге при выборе я увидел, что да, действительно он такой, знаешь. Я не скажу, не вижу тут какого-то смысла глубокого в этом кадре. Ну, он атмосферный, он интересный чем-то, да, чем-то необычный. На что-то он может быть похож. Я думаю, что-то подобное у кого-то уже было, скорее всего, ты знаешь. Может быть не так, но где-то что-то уже было.
У нас трансляция даже немножко обнаженной натуры сейчас прилетела. Я пролистнул фотографию, значит, промелькнет. Надеюсь, нас не забанят за нее. Зато вот следующий кадр. Ну, это тоже девушка, туман, который уходит в перспективу, видимо. Ну, что тут скажешь? Ты, вот опять, ты оказался в ситуации... Шляпе, да? Видимо, это туманы все те же, да, адыгейские? Смотри, вот это вообще одна из первых моих съемок. Это, по-моему, 15-й год, летом. Мы... Ситуация поменялась кардинально. Мы приехали, была хорошая погода, яркий свет, ну, в общем, день был, да? Вот. И тут, поскольку Черное море рядом, такое налетело ненастье, туман пришел буквально моментально. Мы поняли, что нужно начинать снимать. Я был не один, у нас была компания. Вот. Была девочка. Кстати, это хорошая модель, Кристина. В принципе, с ней очень много интересных работ у меня получилось. Это, в принципе, одни из первых моих кадров, которые я делал. Все в спешке, потому что туман вот-вот. Снимать как бы особо ничего не придумали. Ну, туда-сюда походило. Я бы не назвал этот кадр оригинальным. Ну, в целом атмосфера, в целом интересно. В целом для кого-то будет сложно такое снять, потому что туман нужно найти, да? Но если понимать, где туман можно встретить, то, в принципе, можно снять лучше и поинтереснее, и, возможно, сюжет какой-то раскрутить. Угу. А, смотри, сейчас я отберу какую-нибудь еще картиночку на завершение нам разобрать. Расскажи, вот ты имеешь прям прямое отношение к... Ну, или какое-то косвенное, к 1x.com. Это же, ну, для меня лучше, круче фотопортала нету на планете. Смотри. Вот, как ты туда попал? Каким образом я туда попал? Ну, на данный момент я являюсь, да, единственным представителем, да, с Российской Федерации, который является профессиональным куратором, да, на этой площадке. Как я туда попал? Я туда пришел... Кто-то, Дима Февралев, ты его знаешь, я помню, да. Он как-то кинул ссылку. Вот. Спасибо. Стрим с ним. Да, он кинул ссылку ВКонтакте. Вот, ребята, смотрите, работы. Я зашел, я запомнил этого немецкого фотографа. Слушай, сейчас название не помню. Я помню, что именно он меня зацепил. Работы тоже атмосферные, ты знаешь, интересные. Ну, у немцев такое бывает, да, вот как вот фильмы смотришь, вроде интересно, ничего не понятно. Чего они там. То же самое и здесь. Но работы у меня еще не было. Ты знаешь, я еще снимать не начал. Где-то спустя год у меня появилась первая работа. Она у меня тоже есть в ВКонтакте. Там ню, девочка стоит так, по центру кадра и трещины вокруг там, да. Это, в принципе, самая моя первая творческая работа, которую я снял. Вот. Так, назвать творчеством. Ее там опубликовали. Как мне сказали, что это круто. Ну, я, естественно, обрадовался. Естественно, я подумал, что вот я что-то снять могу. Ну, и потихоньку стал там грузить, стал снимать, постоянно быть в топе, да, постоянно мои фотографии были на самом первом месте, вот, что бы я ни снял, а каждый раз у меня была фотография не похожая на предыдущую, поэтому, в принципе, я как автор нравился, да. А основной принцип 1x.com не повторяться. Почему многие, допустим, обижаются, что их фотографии не публикуют на OneX? А просто потому, что... Не потому, что они плохие, а просто потому, что работы грузят, ну, немного с другого ракурса, да, но в тот же день снята та же модель. Соответственно, подобную работу никто публиковать не будет. Потихоньку, потом мне написал главный куратор и сказал, слушай, а не хочешь побыть куратором у нас? У нас вот как раз нужен куратор. Но я, естественно, не стал отказываться. Вот. Работа это волонтерская, за это ничего не платят, но я получил огромный опыт. Огромный, потому что я, в принципе, работаю с такими с достаточно сильными, известными авторами, вот, фотографами, да, там Бен Гусенс, в общем, ну, я думаю, все работы его видели. И много различных там фотографов. Самое главное, что они в процессе, ну, не они, а вообще, в принципе, в процессе каждый делится своим мнением. И мнение это очень ценно, да, ты начинаешь понимать какие-то моменты, да, что-то тебе рассказывают, какие фотографии, допустим, как я помню, вначале пришел курировать, да, я же учился 2 месяца или 3, что-то такое. Конечно, было сложно, потому что, в принципе, ты еще не понимаешь, как картинка должна выглядеть в целом.
И с тобой делятся, тебе рассказывают, говорят, вот таких фотографий много. Чересчур много, да, там. Они все похожие. Допустим, раскрою секрет, что фотографии с Исландии в принципе не публикуются. Это очень большая редкость, чтобы фотографию из Исландии опубликовали, потому что, в принципе, они все похожи друг на друга. Основной принцип OneX – это публикация, скажем так, ну, уникальных фотографий, да, не похожих, чтобы их не было, скажем так, в большом обиходе, не похожих на открытки там, вот. Потихоньку набрался опыта, сейчас, конечно, проще. Окей, давай все-таки вот про фотографию девушки с глазами в чедре, да, или как да. Это правильно? Как ты ее снял? Слушай, ну ты знаешь, это эксперимент, я бы назвал это клише, скорее всего, какое-то, да, в какой-то степени там, вот. Это так, кстати, это в принципе то же время, это та же Адыгея, просто свободное время, мы обедали, я посмотрел на ее глаза, я постой, замотал ей голову, сделал несколько кадров. Достаточно атмосферная, но тут, ты знаешь, тут модель, ее взгляд. Все очень сильно зависит от того, да, человека, что он тебе подарит. Какую-то другую ты бы снял, скорее всего, было бы чересчур, ну, не так, в общем. Получилось бы, скорее всего, что-то не то. Понятно. Смотри. Самый первый будет. Смотри, сейчас, наверное, давай попробуем с тобой поотвечать на вопросы чуть-чуть, да? Вообще, вот тут вот пишут нам, что не застал начало трансляции, но основная работа никак с фото не связана. Фотография в свободное от работы время. Ну, я вот дополню, давай вопрос. Сколько ты вообще на фотографию тратишь? Деньга? Нет, черт, еще ты еще и в деньгах тратишь. Вот, нет, по времени. Сколько у тебя она занимает по времени? Смотри, поначалу, когда вот я начал снимать, где-то в 15-м году, я же загорелся, стало же интересно, да? Я снимал, ну, где-то вот если взять дня 3 в неделю, у меня были съемки по 6-7 часов. Ну, чтобы набраться опыта. Причем это всегда был рассвет, закат. Тогда я еще не знал, как снимать при жестком свете. Да. Я скорее старался снимать вот такой свет, который более легкий в съемке, да, более сказочный. Очень много времени. Но это нужно время свободное иметь. По-хорошему нужно иметь машину под задницей. Вот, что на машине ты можешь выехать, заехать. Поехать, поснимать где угодно, в принципе. Вот. В студиях я не снимаю, мне это не интересно. Сейчас ты расскажешь, почему ты в студии не снимаешь, да? Ну, вот меня как-то не тянет совершенно. Я, скорее всего, там ничего оригинального не сделаю, мне так кажется. В случае ничего не подарит. Ну, только если студия не загорится, понимаешь, то может быть тогда. Понятно. Достаточно много времени. Достаточно. А вот смотри, сколько вообще вот по ощущениям тебя заняло твое становление, да? То есть от момента, когда ты взял камеру, тут просто решил фотографировать, до того момента, когда у тебя начали реально фотографии получаться, ну вот, достойные, по твоему же внутреннему ощущению. Ну смотри, многие как говорят, у меня там камера лежала всегда дома с этого... С самого детства у меня был фотоаппарат. У меня все не так абсолютно вообще. Для меня как бы фотоаппарат всегда был такой, знаешь, немного что-то. Я не понимал вообще, что они делают и зачем они это делают. Становление заняло... Ну, оно, знаешь, я не уверен, что оно закончилось, становление. Ты же постепенно набираешь, потом, возможно, спад. Сейчас, ну, я, скорее всего, на какой-то ступени, ну, выше, чем был раньше. Где-то года 2-3... И то, когда я уже, скажем так, прошел, обучился в фотошколе, да, где-то года 2, вот так вот. Не считая того момента, что я просто что-то снимал. Камушки, букашки, какую-то хренотень, я это вообще не беру, скажем так, в расчет. Понятно. Ты пытаешься понять меня, да?
Да, и смотри, ну, наверное, в завершение трансляции, мы уже достаточно давно с тобой, люди, я уже чувствую, что начинают вставать, судя по тому, что активность начинает падать. Какие-то твои, может быть, советы, наставления, может быть, какое-то пожелание, ну, не пожелание, наверное, вот именно совет твой фотографам, которые решат заняться артом, да, то есть вот не коммерческой фотографией, а именно арт-фотографией. Вообще, что в этом можно добиться, по твоему ощущению? И вот стоит ли этим заниматься? Кайфово ли это? И вот сейчас, может быть, ты тоже скажешь, извини, что длинный вопрос, но нормально, на самом деле, может быть, важный. Вот изменится арт-фотография в связи с коронавирусом или нет? Слушай, ты знаешь, давай сейчас переключимся от вопроса. Это ужас. То, что сейчас приходит на курацию, да, вот это, в общем, банальщина. Человек в маске, человек еще там заперти. Настоящий художник, он не будет переключаться на вот такие моменты. Вот на мне кажется. Все-таки он будет думать о чем-то другом, о своем и снимать свое личное, да, свои какие-то там внутренние переживания, проблемы, никак не связанные с коронавирусом. Поэтому, скорее всего, те люди, которые начинают снимать, знаешь, как, о, новая тема, снимаем. Скорее всего, они или только учатся, или, скорее всего, у них внутренних каких-то переживаний нету, да. Возможно, они просто фотографы. Так, до этого вопрос был, вот, про фотографию. Пожелание, да. Да, значит, смотри, пожелание. Ну, ребят, нужно поставить цель перед собой, чего вы хотите. Вообще, там, нужно вам это или не нужно, понимаешь? Я поставил цель, у меня она есть, я к ней иду. Я не буду озвучивать пока, возможно, скоро. Если вы думаете, что вы что-то заработаете на этом, ну, не знаю. Если вы думаете, что вы что-то будете продавать, ребят, конкуренция очень сильная. Продавать в России подобное сложно. Хотя у меня работы, в принципе, продаются. Мне бывает, пишут там в Фейсбуке, да, там, то-то. Но в основном сырые файлы отправлял. Вот так. Где-то на выставках что-то продавал. Я этим, в принципе, сейчас не занимаюсь, да. Как бы нет на это времени свободного. Если вы хотите найти для себя вот такую отдушину, да, вот чем таким заниматься, допустим, вы не рыбак, не охотник, то, в принципе, фотография – это неплохо, но достаточно дорого. Потому что вас заставят покупать дорогие фотоаппараты, дорогую оптику, да? Вы же посмотрите, ой, что-то мне фотографии не нравится. Вы видите какую-нибудь трансляцию, а вам покажут там вот новая камера вышла там. С разрешением 50 мегапикселей. Не пали, не пали. Ну что, ну хорошо же общались-то. Да я шучу. Нет, на самом деле это все нормально. Но к хорошей технике нужно прийти постепенно. Если вы начнете снимать на дорогой фотоаппарат сразу, да, то, скорее всего, вы не набьете шишки на определенных косяках. Да? Если вы снимали на дешевую камеру, вы понимаете. Потом придете со временем, поймете, да, что вот тут нужно было пораньше снимать, тут нужен был другой свет, тут нужно было что-то подумать, тут другое ISO выставить. Это я уже говорю для людей, которые как бы вот только начинают. И потом, со временем, когда у вас будет крутая камера, хорошая, и у вас есть навык, вы снимете еще лучше, еще качественнее. Вот. Но это все опыт, это все жизнь, это нужно прожить. И ту же арт-фотографию, к ней нужно прийти. И я не уверен, что я сейчас говорю это для массы, возможно, эта информация нужна какому-то одному человеку, понимаешь? Возможно, кому-то одному. Я даже когда свои интервью пишу, там, для 35-ки, там, еще какие-то эти, я, в принципе, пишу для одного человека, максимум для двух. Они прочтут, меня поймут, начнут искать что-то свое. Моя фотография – это не массовая фотография однозначно. Массовые фотографии совершенно другие. Я думаю, ты, Андрей, это понимаешь. Вот, поэтому пробуйте, смотрите, но вы должны этим жить, вы должны этого сами хотеть. Если вы этого захотите, вам это будет нужно, вы обязательно добьетесь всего. Вот. Главное быть уверенным, должен быть напор, вот, и должна быть энергия. Ну, нельзя, естественно, бросать там, руки опускать, если что-то не получается. Вы должны понимать, что вы снимете. В принципе, так у меня и было. Вот. Изначально, когда я снимал, там надо мной посмеивались. Вот бегает с большим фотоаппаратом, там что-то снимает, там ха-ха-ха, хи-хи-хи.
только в контра он может снимать в шляпе. В результате у меня один уровень, а тех, кто что-то говорил, уровень как бы комментатора. Не больше. Слушай, ну, я могу сказать, расти дальше, держись там. Это главное, как сейчас все лучше все советуют, да, и желают. Не болей ни в коем случае. А, круто. Слушай, вот... Вот я как раз выводил сейчас комментарий, прикольно. Где же традиционные вопросы про технику? На что кто снимает? Ты знаешь, даже не хочется спрашивать, на что ты снимаешь, потому что, ну, не поможет. Не поможет это знание никак. Ты знаешь, хорошая техника, она, конечно, классная. Я, допустим, тоже хочу себе какой-нибудь Hasselblad купить. Я вот думаю, куплю себе Hasselblad, а что снимать на нее, ты понимаешь? Идеи, все равно у меня какие-то идеи должны родиться в голове, да, заранее. И очень часто так бывает, я приезжаю, мы начинаем снимать. Я смотрю, понимаю, но сегодня не тот день, когда я что-то сниму. Я сразу чувствую. Вот я это понимаю. Вот не будет сегодня. Что-то вот-вот-вот. И дорогой фотоаппарат мне не поможет. А когда камера, в принципе, с собой всегда, ты приехал, начинаешь что-то снимать, и ты снял классный кадр, и уже не важно, в принципе, на что ты снял. Вот. Если он действительно интересный. Да? А большинство моих фотографий сняты на обычный NX5, вот... Ну, последние, вернее, те, которые ты смотрел вот изначально, они все сняты на Sony A99. Там, в принципе, полнокадровая камера, 24 мегапикселя, хорошая, хорошая матрица, хорошая картинка с него. В принципе, это нормальная камера, студийная, я бы даже сказал. Для постановочной фотографии она пойдет. Она пойдет, и стоит она недорого. Вот, смотри, раз пауза такая возникла, тут это, почувствовали, что заканчивается трансляция, и начали вопросы кидать. Вот такой вопрос. Может быть, сможешь прокомментировать? Как часто фотографируешь сейчас? Пришла идея, пошел и снял, потом, может быть, более-менее большой перерыв? Или как-то более регулярно? Смотри, я последний раз снимал в начале ноября в Сочи. Снимал хрень страшную, потому что... Я посмотрел потом, что я снимал. Ну, мы, конечно, посмеялись, понимаешь? У меня, в принципе, любая съемка – это разрядка. Мы там где-то не обидно постебаться над моделью, все посмеются, она посмеется. В общем, в процессе мы родим, да, кадр. Это такая атмосфера некая, некая аура, да? Не просто с серьезным лицом там вот это вот. Хотя, на самом деле, результат я требую, я серьезен. Когда снимаю, ну, мы переключаемся. Вот. Так что до этого я, ну, купил пленочный фотоаппарат, просто попробовать, понимаешь, отснимать пленку, я даже не отдал ее проявить. Поэтому полгода, в принципе, я вообще ничего не снимал. Вот. И, кстати, ты знаешь, сейчас что-то как-то вот еще пока не готов, не знаю. Возможно, нету времени свободного, я перед монитором с 9 утра до 9 вечера, работа на удаленке, на самоудаленке, да, как бы работаем. Поэтому, а фотография это что еще? Это ты помимо съемки должен еще и сидеть перед монитором, выбирать, правильно? Вот. А когда уже от монитора тошно, то, естественно, какая фотография? Естественно, не до этого. Отпуск. В середине июля у меня будет отпуск. Вот. И я уже строю планы. Горы, горы, море. Кого-то буду снимать, посмотрим. Слушай, ну, успехов тебе творческих. Спасибо тебе огромное. Прям глоток с твоими фотографиями какой-то вообще другой атмосферы. Но я это уже говорил, не буду повторяться. Друзья, все, кто смотрел, спасибо большое. На этой неделе, друзья, у нас будет еще много интересных трансляций. Вся неделя у нас будет воркшоп в конце недели в пятницу. С моделью будем разбираться, как снимать. Собственно, вот вначале спрашивали, когда по Олимпус, когда по Олимпус будут стримы. Вот, собственно, будем на недорогие камеры Олимпус на десятке снимать креативные портреты. Это прям практика-практика в пятницу. В четверг у нас запланирован стрим с господином Трифоновым. Его тоже очень звали. Вы хотели, и он придет. Обязательно. У нас будет в среду с очень тоже такой интересный живой диалог с Ильей Варивченко. Фотограф, он снимает девушек. Он из, собственно, Иваново. И на самом деле будет что с ним обсудить, потому что очень интересный собеседник. А дальше у нас как-то неделя-то заканчивается. Еще на этой неделе, в общем, у нас... А, вот, завтра у нас будет интервью с фотографом наркокартелей.
Да, то есть вот кто-то же должен делать эту работу, правильно? Вот это вот, собственно, господин Шлезингер снимает Пабло Эскобара буквально. Вот, соответственно, пообщаемся завтра с ним. И еще Дима Февралев у нас на этой неделе тоже обещал в стримах появиться. Поэтому, конечно, будет много всего интересного. Примерно все стримы будут начинаться в 20-21.00, вот где-то примерно в этом диапазоне, во всех моих социальных сетях и в социальных сетях гостей. Сейчас вот огромное спасибо за то, что мы вещали на группу 1X. Да, поэтому часть комментариев были вот такими. Ну, вы-то все не видели, да, в своих социальных сетях, кто где смотрел. А вот прям 1X ребята жгли сегодня, особенно начали трансляции, когда у нас чуть-чуть эхо пошло со звуком, но мы разобрались, решили эту проблему. В общем, друзья, спасибо вам огромное, что смотрели. Михаил, еще раз прям низкий поклон тебе. Да ладно, ребята, чего? До скорой встречи. Мы с тобой феерично всегда встречаемся. Мне всегда это нравится. Надеюсь, это скоро произойдет. Буду рад тебя увидеть, руку твою пожать. Знаешь, зарядиться этим от этого рукопожатия творческим просто ударом, который в самом лучшем смысле, который вот настигает всех, кто оказывается рядом с тобой. Спасибо большое. Всем до свидания. До новых встреч каждый день в 20.00 или 21.00, как пойдет, потому что вот иногда со спикерами у нас тяжело, настройка происходит, тяжело начинать. Вот. Так, друзья, надо завершать трансляцию. В новой системе я еще ни разу не завершал трансляцию, поэтому, если честно, я не до конца... я понимаю, как ее завершить, поэтому... До свидания. Все записи, все останется во всех социальных сетях. Творчество, да, до завтра. Все, пока.